что приходит Новый год, а ребята спят Новый год, он раз в году. Так что же он копается, день, жду его 10 жду, а глаза слипаются, день, жду его 10 жду, а глаза слипаются. Это что за странный гражданин? Спит посреди Ратушной площади, стоя? Очень подозрительно. Уважаемый, уважаемый, проснитесь. Ах, да. Почти все готово. Осталось протереть стеклышко, подвести стрелки и все. Ой, а где это я? Вы в Минске, на Ратушной площади. А как я здесь оказался? Гражданин, потрудитесь объяснить, кто вы такой и что здесь делаете. Не знаю. Не знаете, кто вы такой? Не знаю, что здесь делаю. Это невозможно. Лично я всегда знаю, где и что делаю. Я городничий и несу ответственность за порядок возле городской ратуши. Вот сейчас, в канун Нового года, я несу службу уверенных мне городских часов. Это очень важный объект. Сам Дед Мороз ориентируется по нашим часам. Как только стрелки на них покажут 12, в городе начнется празднование Нового года. А где же стрелки? У вас пропали стрелки? Да не у меня, а на городской ратуше. Они исчезли, а ведь были еще минуту назад. Где они? Я не брал. Катастрофа! Стрелок нет, часы стоят. Это значит, Дед Мороз не приедет, Нового года не будет, а меня уволят с работы. Ку-ку! Вы это слышали? Что именно? Ку-ку! Кто ку-ку? Никто! Вы слышали кукование? Как будто бы да, но... Мне что, почудилось? Ку-ку! Чего? Ку-ку всем! Ку-ку? В смысле, вы кто? Я Кука. Полное имя Кукушка Крикушковна Кукухина. Я из старинного рода часовых кукушек Кукухиных. Только что выпала из этих часов. Ничего не понял. А можно помедленнее? Можно. Я кукушка в башенных часах. Я весь день в заботах и в трудах. И в 12 дня, и в 3, и в 5 я готова вам покуковать. Я кручусь, верчусь внутри часов, без отгулов и без отпусков. И за годом год ку-ку-ку-ку вам усердно время стерегу. Привести в порядок, иначе Нового года не будет. Да-да, именно ку-ку. Да-да, нужно срочно ку-ку. Давай разберемся.
разговорчики! Не нужно нагнетать обстановку! Необходимо срочно и решительно действовать! В первую очередь нам нужно найти того, кто сможет починить часы! Но где найти такого специалиста? Я специалист! Известный часовой мастер, дядюшка Бом! Дядюшка, немедленно приступайте к работе! Я в вашем распоряжении. И я с вами, ку-ку. Друзья, скоро Новый год, и нам нужно спешить.